Хотите украсть дух праздника? Ха, плохая идея. Забыл позвать меня на вечеринку? Снято! Всем спасибо, на сегодня все. Очень продуктивный день, ребята. Отличная работа. Ну и всем хороших праздников. Ну и денек, давно так не уставала. Да, но мы сделали это. Да. И теперь начинаются праздники. Боже, наконец. Эй, Майки, тебе понравилось? Это было супер, пап. Скажи, мы скоро пойдем? У нас же праздничный экспресс сегодня. Да, кстати, боюсь, в этот раз не получится, сынок. Но, пап! Эй, Артур, пойдем, у нас еще куча работы. Иду, иду, пару минут, ладно? Слушай, Майки, у меня еще полно работы. Я должен все закончить. Ладно. Может, тогда в следующем году получится. Майки, ты поймешь, когда вырастешь. Не грусти, хорошо? В следующем году обязательно. А сейчас мне нужно работать. Эй, ты в порядке? Что? У тебя тоже кто-то украл дух праздника? Нет, просто мой папа. У него всегда много работы в это время. Ничего, мы поедем в волшебное путешествие в следующем году. Он пообещал. Мы должны что-то сделать. Не волнуйся. Я знаю, что делать. Я хочу тебе кое-что показать. Папа, пап, что происходит? Я сам не знаю. Ваш билет, пожалуйста. Поезд отправляется! Создавайте праздник своими руками и делитесь им с другими. И приезжайте к нам. Праздновать и веселиться вместе.